собрали немножко грибочков, тут подберезовики и маховики. Я их рассортирую, часть пойдет на жаркое, а часть я замариную. Грибы я рассортировала, те, что побольше и обрезанные, я буду жарить. А вот такие маленькие, крепенькие, буду отваривать, а потом мариновать. Вот такие вот я разрежу напополам. Чуть больше я разрежу кусочками, а совсем маленькие вот такие монеточки я оставлю целиком. Порезанные грибочки я сейчас как следует промою и отварю в воде примерно минут 10 после закипания, а потом ополосну проточной холодной водой. Грибы отварены 10 минут и промыты, и можно уже готовить маринад. Грибы я взвесила, у меня их получилось 500 грамм, поэтому для маринада я беру 500 миллилитров воды. И делаю маринад в таких пропорциях. Возьму 2 чайные ложечки соли, 4 чайные ложечки сахара, лавровый лист, черный перец горошком и гвоздичку. Можно еще добавить душистый перец, у меня просто закончился. И ставлю маринад на огонь до закипания. Маринад закипает, и я закладываю в него грибы. Параллельно у меня стерилизуются на огне баночки и крышки. Сейчас я доведу грибы до кипения. Сниму пену, которая образуется, и буду варить грибочки 8-10 минут. И теперь волью 3 столовые ложки уксуса и проварю все еще минуты 3. В стерильной баночке я положу вот такие половинки маленьких луковок и накрошу немножко чеснока. Лук и чеснок я ошпарила кипятком для лучшей стерильности. Закладывать грибы в баночки я буду при помощи вот такого приспособления из пластиковой большой бутылки. Грибы прямо кипящие с огня я начинаю заливать в баночки. Вместе с маринадом. Доливаем маринад доверху и сразу закрываем крышечкой. У меня получилось ровно 2 пол-литровые баночки. Я их переворачиваю. И укутаю в теплое одеяло до остывания. Готовы такие грибочки, будут примерно через месяц. Этот маринад очень вкусный, грибы получаются ароматные. Приятного вам аппетита! Спасибо за внимание и до свидания!